Приветствую всех работяги и любителей Farmer Simulator 2019. У нас на обзоре сегодня УАЗ Буханка, значит, техпомощь, а также заправщик. Для любителей реализма подойдет в самый раз. Автомобиль очень, кстати, классно сделан, особенно колеса, прям вот реалистично все сделано. В общем, давайте посмотрим в магазине, что он из себя представляет, тюнинг, стайлинг, цены, ну и тому подобное. Друзья, раздел автомобили, заходим. Вот он, наш УАЗ сервис, стоимость 17 390 евро. Друзья, что у нас стайлинг, тюнинг, в общем, какие на него можно поставить, прикрепить всякие дополнительные побрякушки. Соответственно, дизайн. Мы можем поставить на него верхний багажник вот с такой вот лопатой и, соответственно, речным домкратом. Ну и, соответственно, друзья, соответственно, для любителей бездорожья, хотя такие шины нам в игре вряд ли пригодятся, так как в игре у нас бездорожья, как вы знаете, абсолютно нет. Но, тем не менее, имеют место быть, и вот такие вот у нас внедорожные колеса. Кстати, смотрятся довольно-таки неплохо. Ну и на этом, друзья, все. В принципе, больше по тюнингу и стайлингу здесь ничего больше нет. Соответственно, друзья, салон внутри также хорошо прорисован. Мы можем сесть в нее, разложить эту буханочку, можем вот так вот, открыв двери. Чуть позже, друзья, я вам покажу, как чинить ваши транспортные средства, как заправлять ваши транспортные средства, которые находятся в поле и, соответственно, которые нуждаются в починке и заправке. Чтобы их не гнать на базу, мы можем также, смотрите, допустим, открыть вот эти вот двери. Соответственно, я знаю, что можно починить, друзья, из магазина всю эту технику, которая работает у вас на полях, но для любителей реализма считаю, что это подойдет вот именно в самый раз. Соответственно, для того, чтобы нам заправлять наши транспортные средства, нам нужно его наполнить. Ну, это можно сделать, в принципе, на любой заправке, купить дистопливо, наполнить бочки, которые установлены у нас сзади. Ну, или же можно сделать, как я, с помощью Easy Development Control. Так вот, друзья, значит, что по салону? Смотрите, убранство салона вполне, в принципе, реалистично. Подсветка приборов. Индикация поворотников, как правого, так и левого, ну и аварийки. Фары. Вот так. Сигнал. Вот так. Давайте же его, смотрите, тут также присутствует ближний и дальний свет. Давайте немножко его загрязним, запачкаем, застарим, если он, кстати, поддерживает старение. Вот сейчас как раз и разберемся. Вот так выглядит, друзья, он просто, ну, я не знаю, он, наверное, из болота его достали. Вот так получается, что он пролежал сезон какой-то в болоте, зиму, да, и его решили достать, все-таки он пригодился. Ну, очень-очень он грязный, очень прям до безумия грязный. Если же мы сделаем, допустим, вот сейчас мы его очистим, и 0,5, ну, допустим, да, в принципе, это уже неплохо, потому как пачкается он постепенно, да, не сразу становится куском глины. Соответственно, пачкается постепенно, и мы, в принципе, можем его помыть, и он будет снова чистенький и новенький. Что касаемо у нас износа, давайте посмотрим износ. Износ он не поддерживает. Все, на этом, в принципе, все. Износ он не поддерживает, но считаю, что модификация классная. Кстати, вся приборная панель живая, все анимировано. Смотрите, все датчики двигаются, подсвечиваются. Спидометры и все остальное, все работает. Максимальная скорость 100 км в час. Ну а теперь давайте, друзья, я покажу, как заправлять с помощью этой машины, как чинить технику и так далее. У меня есть на поле трактор ХТЗ, который износился на 100%, ну и топливо у него осталось буквально на час работы. Итак, друзья, прибыли мы с вами на помощь нашему ХТЗ, который после нескольких часов трудов своих, значит, очень тяжелых, износился почти что на 100%. 98,3% износа трактора. Соответственно, топливо осталось тоже на минимум. Что мы делаем? Мы подъезжаем для заправки вот этим вот боком. Значит, садимся в машину, открываем. Смотрим, у нас появился вот такой маркер. Кстати, маркер можно, триггер вот этот, можно отключить. Значит, вот это у нас маркер появился. Мы подъезжаем вот этим правым боком к трактору. Садимся в трактор. Внимание. Нажимаем клавишу R и заправляем наш трактор. Вот вы видите, да, пошла заправка. Соответственно, все, отлично. Трактор мы заправили. Садимся опять в машину, закрываем ее. Заводим двигатель. И подъезжаем уже левым боком, друзья, левым боком. Вот так вот. Все, подъехали. Так, глушим двигатель. Открываем задние двери.
бамс, открылся у нас вот такой вот ноутбук. Значит, название фермы. Моя ферма. Транспорт ХТЗ Т150К. Часы работы 8,8. Возраст 50 дней. Состояние 2%. Короче, износился трактор в хлам. Значит, зеленый маркер у нас подсветился. Трактор расположен в нужном месте. Подходим опять к задней расположению, к задним дверям. Нажимаем клавишу М. И смотрите, друзья, здесь уже вот так вот у нас выглядит информация об этом тракторе. И мы нажимаем ему просто починить. Соответственно, за починку трактора платим 233 евро. Но мы этого делать сейчас не будем. А сейчас зайдем в меню гаража и посмотрим, сколько мы заплатим из меню гаража, чтобы починить данный аппарат. Значит, это у нас ХТЗ Т150. Отработал 8,8 моточаса. Соответственно, гараж. Немножко долго прогружается, потому что у меня огромнейшее количество техники на карте. Вот он, 8,8, значит, часов. Вот он наш подопечный. Смотрим, 279 евро. Соответственно, есть, да, какая-то небольшая, но все-таки экономия. Чиним. 233 евро. Да, все, друзья, смотрим. Состояние у нас 100%. Заправлен. Значит, починен, смазан, ухожен, в общем, и тому подобное. Может продолжать дальше свой непосильный тяжелый труд по засеву этого поля. Да, кстати, друзья, здесь можно также скрыть маркер. Вот смотрите, L мы можем показать маркер, и L также можем скрыть. Вот, пожалуйста. Скрыли маркер, закрыли ноутбук, закрыли двери. И сюда подходим, также скрываем маркер. Вот смотрите, он появляется, убирается, исчезает. Садимся в наш УАЗ. Всем спасибо, все свободны. Мы поехали дальше к следующему пациенту, который также нуждается в ремонте и в заправке. Считаю, что классная модификация. Я с ней уже давным-давно познакомился, но потом как-то этот УАЗ пропал из поля зрения, и про него все как-то забыли. Но новое, значит, обновление 1.7.1, он опять обновился, его подтянули. И, в принципе, считаю, для реализма, друзья, это самый лучший вариант, чтобы вы ездили по полям, чинили вашу технику, чтобы она была в надлежащем состоянии. Соответственно, друзья, не забывайте написать свой комментарий об этом прекраснейшем и полезном. Напомню, что это очень полезный автомобильчик. Не только, заправить, но еще и починить. Соответственно, мы даже на этом экономим. Ну и также он очень хорошо сделан. Текстурки, физика и все остальное. Не забывайте заглядывать в группу ВКонтакте. Не забывайте поставить лайк этому видео. Также, друзья, берегите свое здоровье. Всем хорошего настроения. Всем пока.